Peugeot 408, 120 лошадей, двигатель 1.6, атмосферный. Сегодня хочу заменить, или, ну, вернее, продуть воздушный фильтр. Руководство по эксплуатации и ремонту говорит о том, что воздушный фильтр надо менять раз в 40 тысяч, но если условия плохие, пыльные дороги и тому подобное, можно менять и чаще. И желательно в течение этого срока еще несколько раз его продувать. Сегодня я как раз хочу его продуть. Воздушный фильтр находится вот здесь, сверху крышки двигателя. Понадобится головка Torx, головка на 10. Ну и я еще использую длинный вороток с отверткой и магнит для ускорения операции. Птички стрекочут, мешают, конечно. В общем, торксом нужно открутить 7 винтов крепления, 4 сверху, 3 снизу, а головкой на 10 вот этот болтик. Для ускорения я торксом расслабляю, а отверткой откручиваю. Частота воздушного фильтра косвенно влияет на расход топлива, поэтому чем ждать 40 тысяч, лучше продуть его чуть пораньше, чтобы можно было спокойно ездить. И главное не потерять болты, не уронить их туда внутрь двигателя, иначе 5-минутная операция растянется на долго. Особенно неудобно нижние болты вытаскивать. Ну ладно, с крышкой собрать. У этой модели интересный впуск, сделан довольно-таки просто, но со вкусом. Воздух забирается из-под левой фары относительно с холодного места. Все как положено. Семь болтов откручено, можно крепление в декоративной крышке снять. Оп, и целиком снимаем аккуратно крышку. Вот она. Так. Вот мы имеем воздушный фильтр. Под ним вход. Это выход на двигатель. Фильтр. Получается, мы сейчас смотрим на его часть, которая чистая. Под ним грязная часть. Вот мы его надеваем. Опа-на. Вот, кстати, уже что-то есть. Особенно гадость этот тополиный пух. Вот видно, его там много. Так, здесь интересная штучка, такой глушитель-резонатор простенький, прогоновый. Так, все, сейчас будем продувать. Лучше продувать, конечно, вдалеке, но для наглядности я продую прямо здесь, рядышком. Самый большой враг фильтров – это тополиный пух. Видно, не видно. На самом деле тополиный пух, конечно, камера не возьмет, но вот когда продувает, эта вся пыль с пухом летит, даже неприятно дышать. Кстати, рекомендуется продувать его обратным потоком.
Так, с этим все. Здесь тоже можно немножко дунуть. Главное, чтобы он туда не сюда, в сторону двигателя не попадало. Дальше по накатанной, но в обратном направлении. Аккуратно, чтобы он сел на место, но здесь, благо, место очень хорошее, формованное, промахнуться тяжело. Здесь тоже все чисто. Болты шикарные, они очень сложно вытаскиваются, поэтому потерять их тяжело, надо быть совсем идиотом. Аккуратненько все это на место. В обратном порядке. На самом деле, сам того не ведая, я затянул всю крест-накрест практически правильно. Хотя этого и можно было не делать. Все, 7 болтов. Когда 7 болтов на месте, крышка зафиксирована, можно прикрепить ее. Сейчас контрольная проверочка. Вот такая обычная головка прямая, вполне затягивает, откручивает, не проворачивает, ничего, хорошо садится. Так, излишний педантизм. Так, и крышка декоративная. Ой!